Эй, всем привет! Снова эти ковровые блокировки не дают покоя. Расскажу вкратце, как вот на примере этой игры я выясняю, есть проблемы или нет. Итак, имеем вводные данные. Вот эта игра, предположительно, у нас по отзывам клиентов страдает. Траблшутим. Для этого мне нужен 22 DNS, и я его включаю в режиме фильтрации. Вот так, все включаю. После этого он будет отдавать только чистые запросы. Ой, только чистые адреса. Если чистых адресов не будет, он вообще ничего не отдаст. И это ключевое, то, что нам нужно. Значит, вот эта табличка, это уже выборка по геймспарковским хостам, у которых вообще нет ни одного чистого адреса. А вот сколько грязных. Ну, то есть, это анализирует историю и способно, ну, все-таки как-то агрегировать результат. Ну, например, если адреса не всей пачкой всегда DNS отдаются, а за какой-то временной промежуток несколько, то вот здесь они подсчитаны. Было 7 в истории. Итак, берем вот это имя. Например, давайте посмотрим, что обычный гугловский DNS нам скажет, если мы попытаемся через него разрешить это имя. Он нам скажет 34 бла-бла-бла, по памяти 34 заблокировано. А теперь давайте спросим то же самое имя, но через 22 DNS. Он ответит ровно 0 адресов. Вот это и есть ключевое. То есть ни одного чистого адреса нет. Если ответ именно такой, это сразу вот красная тряпка. Работать не будет. Ну и если мы пройдемся по соседним адресам, картина будет аналогичная. Потому что Gladiolus. Все, научились пользоваться в режиме фильтрации. Проверяйте, здесь все очень просто. Теперь в режиме подмены осталось сделать лекарство. Сейчас запилим.